ценность информации, которую мы пытаемся довести до заинтересованных слушателей на семинаре, сложно переоценить, потому что будем касаться всех вопросов и процедуры закупок, и антимонопольного регулирования, и законодательства рекламы. К счастью или к сожалению, для города Севастополь, для Республики Крым это новое законодательство, и оно многогранное, сложное. Вообще антимонопольный орган контролирует исполнение порядка 20 федеральных законов, не говоря о большом количестве подзаконных актов. Поэтому все, что мы здесь расскажем, мы в дальнейшем будем применять на практике, и для тех, кто будет осуществлять реализацию этих законов, для органов власти субъекта Российской Федерации города Севастополя, для муниципальных органов власти, для субъектов естественных монополий, это крайне важно вовремя сориентироваться, чтобы по незнанию или какой-то юридической безграмотности не попасть под ответственность. Не секрет, что из-за политических событий где-то разрушились налаженные годами или десятилетиями экономические связи с материковой частью Украины. Мы оказались, полуостров тяжелой транспортной доступности от материковой части России. У нас физически переправа не всегда способна перевести тот объем товаров, которые нам, мы сами не производим, но они нам нужны. Те же продукты питания – это достаточно дефицитный товар, скажем, по ассортименту. Не то, чтобы у нас не было молока, но у нас нет широкого ассортимента, у нас нет серьезной конкуренции среди производителей, в том числе из-за этого. Это вторая причина. Третья причина, даже если бы у нас была переправа, связи с материковыми производителями тоже еще не налажены и не прошли проверку временем. И много еще более мелких причин, которые вот отрицательно влияют на состояние конкурентной среды, на производство, на предпринимательскую активность и многое другое, что в целом и составляет результат развития конкуренции в том, на том уровне, который мы все ждем как потребители. Розница, представленная на продуктовом рынке, достаточно конкурентно. Все остальные отрасли оказания транспортных услуг, строительства, производства каких-то строительных материалов, продуктов питания и все остальное низкоконкурентное. Поэтому нам предстоит очень большая работа, это серьезный вызов. Но я уверен, что если все органы власти будут заинтересованы в развитии конкуренции, то через достаточно короткий промежуток времени будет хороший результат, который ощутят все потребители и Республики Крым, и города Севастополя на себе.